Сегодня приготовим летний кокосовый пирог с клубникой. Такой пирог готовится совсем несложно, а получается он очень вкусным и ароматным. Это отличный вариант пирога для домашнего чаепития. Сначала подготовим клубнику. 0,5 килограмма клубники хорошо моем, удаляем хвостики и нарезаем пластинками. Замешиваем тесто. 4 яйца аккуратно разделяем на желток и белок. В миску насыпаем 230 грамм муки, 30 грамм крахмала, 2 чайных ложки разрыхлителя для теста и 0,5 стакана кокосовой стружки. Все сухие ингредиенты перемешиваем. Сюда же добавляем яичные желтки и 150 грамм растопленного сливочного масла. Все перетираем до получения однородной крошки. Я это делаю с помощью миксера, также можно перетереть руками. В отдельную чистую и сухую миску выливаем белки. Взбиваем до легкой пены, а затем постепенно добавляем 0,5 стакана сахара. Белки с сахаром взбиваем до плотной густой пены. В миску с крошкой добавляем взбитые белки в 3 подхода. Каждый раз все аккуратно перемешивая лопаткой или ложкой до однородности. Форму для запекания смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Если этого не сделать, то вы не сможете красиво достать пирог из формы. Диаметр моей формы для выпечки 23 см, а высота 4 см. Замешанное тесто выкладываем в подготовленную форму и аккуратно его распределяем. Сверху на тесто выкладываем порезанную клубнику. Делаем крошку для посыпки пирога. В чашу измельчителя кладем 50 грамм грецких орехов и измельчаем. К измельченным орехам добавляем 50 грамм муки, 50 грамм сахара и 25 грамм размягченного сливочного масла. Все измельчаем до получения однородной крошки. Получившейся крошкой равномерно посыпаем пирог сверху. Пирог ставим в разогретую духовку до 170 градусов. Выпекаем примерно 50 минут. Часто спрашивают, как мне удается красиво достать пирог из формы. Для этого уже практически остывший пирог отделяем ножом от бортиков формы. Сверху на пирог в форме кладем тарелку по размеру пирога и переворачиваем. Снимаем форму. Дно пирога накрываем блюдом, на котором будем подавать пирог, и опять переворачиваем. Вот так легко и просто достаем пирог целым и невредимым из формы. Пирог получился очень вкусным и ароматным. Рассыпчатая кокосовая основа пирога отлично сочетается с ароматной ореховой крошкой и нежной кисло-сладкой клубникой. Обязательно приготовьте такой вкусный пирог, порадуйте своих родных и близких ароматной домашней выпечкой. Если вам понравился рецепт кокосового пирога с клубникой, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал «Готовим дома», а также подписывайтесь на мою страничку в Instagram. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!